эфире программа «12 созвездий». Здравствуйте! Какие увлекательные события нас ждут в ближайшие дни, расскажем в нашем еженедельном гороскопе. Прекрасные новости. Наступившая неделя благоприятна для всех знаков зодиака. Личная жизнь наладится, а коммерческие связи наберут обороты. А теперь подробнее о самом интересном с 21 по 27 ноября. Для овнов пришло время пересмотреть свои жизненные цели. Отбросьте те, которые стали недостижимыми или неинтересными, и поставьте перед собой новые задачи. В выходные дни старайтесь быть снисходительнее к настроению близких людей, ведь мы все не застрахованы от заблуждений. Для тельцов неделя будет довольно суматошной и напряженной. Весьма вероятна необходимость многочисленных перемещений и коротких поездок. Могут быть проблемы с транспортом. Бережнее относитесь к деньгам и документам, особенно чужим. И еще берегите свои секреты, иначе рискуете стать объектом сплетен. В пятницу есть шанс найти новую перспективную работу. Также в этот день будут удачные свидания. Близнецы, скиньте с себя груз ненужных проблем и сомнений и просто радуйтесь общению с природой и близкими людьми. На этой неделе ваши мечты будут осуществляться. Причем судьба сама сделает все, что для этого нужно. Вам даже не придется прикладывать особых усилий. На работе и в личной жизни все складывается в вашу пользу. Вы ощутите гармонию и полноту жизни. Ракам на этой неделе стоит обратить внимание на свое окружение, на взаимоотношения с партнерами и друзьями. В выходные устройте поход в музей или поездку к родственникам. Львы, на этой неделе вам придется изрядно потрудиться, дела будут продвигаться медленно. Зато верно, и ощущение от этого придаст уверенность в собственных силах. В среду хорошо бы сделать работу над ошибками. В пятницу следует поискать общие интересы с близкими и постараться организовать совместный отдых. Девам на этой неделе звезды предсказывают расширение круга общения и новые знакомства. Только не стоит быть слишком откровенными с теми, кого плохо знаете. Четверг – день самостоятельных решений и труда, а не пустой болтовни. Весы, на этой неделе поберегите силы, предоставьте окружающим возможность самим решать свои проблемы. Изменение планов у ваших партнеров повлечет для вас дополнительные хлопоты. В субботу удачно пройдет свидание с новым знакомым, а вот давние любовные отношения могут дать трещину. Постарайтесь не выплескивать эмоции, держите их под контролем. На этой неделе скорпионы будут способны решить самые сложные, практически непреодолимые задачи. Это время активных действий. Ваша карьера идет в гору. Вам предложат повышение. Выходные проведите за городом. Стрельцам неделю желательно посвятить подведению определенных итогов и до субботы не затевать ничего нового. Во вторник хорошо поддаются исправлению ранее допущенные промахи и недочеты. Всю неделю будут поступать интересные предложения в деловой сфере. Будьте в центре общественной жизни, но не ввязывайтесь в сомнительные предприятия. Козерогам надо уделить больше времени работе, но выходные дни посвятить себе. Для окружающих вы станете предметом искреннего восхищения. Постарайтесь разобраться со своим внутренним миром. Деловые амбиции во второй половине недели не принесут желаемых результатов, а ваши инициативы вряд ли нуждаются в немедленной реализации. Водолеи, даже если вы приложите максимум усилий, некоторые важные организационные вопросы будут решаться с трудом. Желательно сохранить в секрете свои планы и замыслы. В пятницу устройте встречу с друзьями.
Рыбам на этой неделе не следует торопиться и делать лишних движений. Суета лишь утомит, спокойствие же поможет во многом разобраться. Во вторник не удивляйтесь мыслям философского характера. Этот день располагает к раздумьям и духовному росту. Вот такую интересную неделю прогнозируют нам звезды. Смотрите еженедельный гороскоп на телеканале «Видное ТВ». Всего вам самого доброго и до свидания.